Четвертый дом по улице Пятигорской за порядком в своем дворе жители стараются следить самостоятельно. Именно поэтому все здесь на своих местах. С одной стороны ухоженная детская площадка, а возле дома рябина и боярышник. Вдобавок ко всему на площадке для сбора мусора появился новый контейнер для полиэтиленовой тары. Мои-то жильцы уже готовы, они же давно уже спрашивают, почему на всех площадках есть такие контейнера, а здесь нету. Вроде бы мы уже напряглись, готовимся, мы уже культурные люди. Контейнер появился, так что, думаю, наполняться он будет регулярно, только пластиком, и будем работать. Эксперимент с раздельным сбором мусора городские власти начали еще в 2011 году. Постепенно люди стали приучаться выбрасывать мусор грамотно. В этом году из контейнеров для сбора ПЭТ вывезено более 20 тонн отходов. Сейчас их готовят к переработке. Мы хотим своим мероприятием способствовать тому, чтобы отходы, которые отправляются на свалку, их было меньше. Отходы, которые отправляются на переработку, становилось больше. Собственно говоря, этот контейнер решает эти задачи. То, что он сетчатый, позволяет еще и проводить так называемую социальную рекламу. То есть люди видят, что там внутри, и у них возникает желание присоединиться к этому эксперименту. Всего за год эксперимента контейнера для сбора ПЭТ появились на 94 площадках в Железнодорожном, Октябрьском, Промышленном, Советском, Самарском, Ленинском и Куйбышевском районах Самары. В настоящий момент жители проявили более себя активно, готовы они участвовать в раздельном сборе отходов, поэтому эксперимент продолжается. До конца этого года во дворах многоквартирных домов Самары планируют установить еще около 50 дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора. Павел Баймаков, Валерий Шаронин. События.